автошляхах, переходах та в громадських місцях і місцях відпочинку дітвора примудряється потрапити в складні ситуації, пов'язані з небезпекою для життя чи здоров'я. Аби не потрапити у пастку власної необережності, співробітники ДАІ звертаються до всіх дорослих бути уважнішими до непосидючої дітвори, до їх потреб та безпеки. В преддверии летних каникул хотелось бы обратиться в первую очередь к родителям детей. Помните, что безопасность детей зависит прежде всего от вас. Ваша внимательность, ваше внимание к детям, ваш личный пример соблюдения правил дорожного движения поможет предотвратить беду. Если вы видите ребенка, нарушающего правила дорожного движения, не оставайтесь равнодушными. Остановитесь, объясните ему, какие необратимые последствия могут иметь самые незначительные шалости и игры вблизи проезжей части. Хочется обратиться к водителям транспортных средств. Помните, что поведение детей зачастую непредсказуемо. Самыми распространенными нарушениями правил дорожного движения детьми является неожиданный выход на проезжую часть перед движущимся автомобилем. Является переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора, либо в неустановленном месте, игры вблизи проезжей части, движение по проезжей части мопедами, либо на велосипедах.